рождением дети знакомятся практически с появлением на свет, а подрастая, некоторые не могут себе представить жизни без него. Это утверждение справедливо, пожалуй, для всех вокалистов эстрадной студии «Шанс». Есть среди солистов «Шанса» и настоящие самородки. Одна из них – Арина Дмитриева. У Арины очень интересный тембр голоса. Она сама по характеру очень интересный человек. Она спокойная, но когда она начинает петь, у нее все начинает бурлить в ней. И я бы сказала, что она отличается от других исполнителей. Именно проникновенностью. Она слышит эту музыку, она очень музыкальная. Она не просто оттарабанит, чисто снимает вот от начала до конца. Она пропускает эту музыку через себя. И вот что ценно в этой девочке? Удивительно, что всерьез заниматься вокалом Арина начала только в 9 лет. А до этого девочка и ее мама Ольга пробовали самые разные направления деятельности. Хореографию, изобразительное искусство, английский. И везде был результат. Но оказалось, что особый талант еще предстояло открыть. Для каждой мамы ее ребенок уникальный. Поэтому об особом таланте, конечно, наверное, не задумывалась очень долго. Привела я ее сюда в Шанс 9 лет. Это очень поздно. Мы были уже, наверное, в третьем классе школы, когда наш педагог по ритмике в школе, в гимназии 35-й, сказал Ольге Владимировне, на линейке 1 сентября подошла. Я вот работаю в ДТЮ. Вам обязательно нужно идти к нам в детскую эстрадную студию «Шанс». Буквально на следующий день пришли, Светлана Евгеньевна сказала, да, обязательно берем вас. Вот тогда, вот она уже, наверное, она сказала первый раз, что да, вот у ребенка необычный тембр, есть талант. И тогда обратила внимание, а так для меня она навсегда была самой талантливой, самой лучшей. Вот уже 3 года жизнь семьи Дмитриевых связана с музыкой. Репетиции, конкурсы, прослушивания. И всегда мама рядом с дочкой. Мамочка очень часто приезжает на репетиции, сидит на уроке. У нас очень часто практикуется вообще это, когда занятия вместе с родителями. Мы показываем распевки, она вместе с ней поет и дирижирует. В общем, вот такой вот процесс. Для меня важно, чтобы мама присутствовала на моих концертах, выступлениях, чтобы посмотреть на нее и на ее реакцию. Мама приходит на мои репетиции, мне становится как-то более спокойно. Я лучше пою, может, даже иногда. Быть рядом с дочкой – истинное счастье, признается Ольга Дмитриева. Особую связь с Ариной мама почувствовала с первых минут знакомства. Это такое чудо не передать словами. Она у меня не ранний ребенок, поэтому она была очень долгожданной. И, ну, как всегда, как все мамы, наверное, просто не смотрела во все глаза, не могла насмотреться. С взрослением Арины особая связь не ослабевает, а, возможно, даже усиливается. И на вопрос, как бы описали отношения друг с другом, мама и дочка отвечают в унисон. Мы с мамой очень хорошие друзья. Я могу поделиться секретом с мамой, мама может поделиться секретом со мной. Ну, это такое смешанное чувство. Я, конечно, понимаю, что я старше, что я учу ее. Но в то же время мы подруги, я считаю, что мы подруги. Мне очень нравятся моменты, когда она делится со мной своими переживаниями какими-то, особенно у нее такая фишка перед сном. Мам, мне надо с тобой поговорить. Я понимаю, что надо что-то такое серьезное обсудить, какие-то личные вопросы, личные переживания. Все это очень поздно бывает, особенно, наверное, в 12 часов ночи ей приходят мысли, это мама, надо поговорить. Ну а что делать? Хоть 5 минут, но надо поговорить и обсудить то, что ее волнует. Иначе можно потерять контакт с ребенком, можно потерять доверие. Обсуждаем, говорим. Я надеюсь, она прислушивается. Восхождение юной вокалистки Арины Дмитриевой только начинается. Есть в планах и возможное участие в проекте «Голос дети» и в детском Евровидении.
А сейчас в памяти самые свежие впечатления от участия в международном конкурсе. Моя самая главная победа – это на конкурсе «Звездный дождь». Там было очень много сильных ребят, и я считаю, лауреат третьей степени – очень хорошее достижение. Ни одно из достижений Арины не было бы таким ярким, если бы рядом не было мамы, которая проживает с дочкой каждую минуту и в жизни, и на сцене. Мама, я не знаю даже, как я себя ощущаю, когда на сцене. Я просто очень волнуюсь. Я пропиваюсь с ней каждую ноту. Я, наверное, мне кажется, если меня снять в тот момент, когда она на сцене, это что-то невообразимое, потому что я стою с открытым ртом, вся вот такая, вся в эмоциях, вся в ней. Я переживаю за нее очень. Если какие-то неудачи случаются на сцене, я, очень расстраиваюсь. Мне хочется подбежать к ней, просто взять руку: «Мама, с тобой. Доченька, не переживай, я с тобой, все хорошо». Талант быть мамой – дар, который дан женщине природой. Но интересно, что каждая талантливая мама находит особые слова, чтобы его описать. Просто счастье быть рядом, просто счастье прикосновений, поцелуев, переглядываний, каких-то улыбок. Это такая особая близость. Я считаю все-таки, конечно, себя ее подругой, я молодею с ней. Мне кажется, каждая мама молодеет с детьми. Ей нужно просто быть в теме того, чем ее ребенок увлекается, чем занимается, чем вообще сейчас занимается молодежь. Поэтому с детьми мы молодеем. Мама, я желаю тебе здоровья, счастья, чтобы у тебя там все было вообще шикарно на работе, чтобы мы смогли с тобой достичь вершин. Партнеры проекта. Магазин «Все для мамуль». Оденем вас комфортно и стильно. Компания ОТК-33. Более 8 лет на Владимирском рынке складского оборудования и погрузочной техники. Центр развития ребенка «Абрикос». Живи в развитии. Специализированный магазин «Dance Line». И пусть ваша фантазия танцует. Зоомагазин «Природа». Огромный выбор аквариумов и оборудования к ним, а также корма для домашних питомцев.